Целью операции является предупреждение групповой преступности несовершеннолетних, предотвращение вовлечения их в деструктивную деятельность, проникновение в подростковую среду экстремистской идеологии. В рамках этого мероприятия полицейские проводят беседы профилактического характера с подростками. В них участвуют инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой службы и госавтоинспекции. В период проведения мероприятий были проверены 38 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, а также 21 неблагополучная семья. В отношении родителей было выявлено и задокументировано 5 административных правонарушений за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а также 3 административных правонарушения за нахождение несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения либо потребление ими и распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции. Также в ходе мероприятий была разобщена одна группа несовершеннолетних антиобщественной направленности. На профилактический учет был выявлен и поставлен один несовершеннолетний правонарушитель. Инспектор по делам несовершеннолетних, лейтенант полиции Анна Валюк, провела беседы в общеобразовательных школах, спортивной и в Оленегорском горно-промышленном колледже. Она рассказала подросткам о необходимости соблюдения законодательства и общепринятых норм поведения. Также инспектор обратила внимание ребят на последствия противоправных действий и привела примеры правонарушений экстремистской направленности, совершаемых посредством сети интернет. Рассказала об ответственности за такие деяния. Не осталась без внимания и тема профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ. Анна Валюк рассказала ребятам о вреде наркотиков и последствиях, которые может привести их употребление. В завершении встречи ребята задали ряд вопросов, на которые получили квалифицированные ответы. Данной разъяснительной работы были доведены требования российского законодательства в области противодействия экстремистской и террористической деятельности. Были посещены по месту жительства несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете. Проверены места концентрации несовершеннолетних, в том числе входящих в группы антиобщественной направленности. Обследованы стоянки автотранспорта, рынки с целью установления фактов незаконного использования труда несовершеннолетних, а также осуществлен мониторинг сети интернет, в том числе закрытых сообществ в социальных сетях, в целях выявления контента, пропагандирующего деструктивное поведение, субкультуры криминального характера.